планета КВН. Это место объединяет всех веселых и находчивых страны. 5 лет назад, именно 17 ноября 2011 года, было принято решение создать планету КВН. И у любимой миллионами игры появился собственный дом. И именно здесь и прямо сейчас идет подготовка к финальной игре Центральной лиги Москвы и Подмосковья «Лампа». Вместительный зрительный зал на 800 мест, собственная телевизионная студия, студия звукозаписи, несколько репетиционных залов, гримерки и даже магазин сувениров. Дом КВН укомплектован современнейшим техническим оборудованием, благодаря которому можно воплотить в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, чем, собственно, сегодня и занимаются веселые и находчивые. Они должны обозначить, что это замедленно. Так они так и делают. Они все смотрят, вот они, вот так вот сделали. И так же он падает, бам! Он упадет гораздо быстрее, он же просто вот так упадет. Так, блин, ну он будет лететь, ну 3 секунды это займет. Хотя отдали, можно все чего угодно ждать, он просто зависит от железки, все ждать. Почему сборная Великобритании? Мы там собрались, начали играть, мы жили там, мы живем, многие из нас там до сих пор живут очень продолжительное время. Но мы прежде всего представляем, наверное, русских, живущих в Лондоне, да? Да, мы представляем людей, которые переехали, но не теряют связь с русскоговорящим миром, поэтому КВН для нас важно. На самом деле в Великобритании вообще нету рамок над темами, над которыми они шутят. То есть если здесь существует какая-то, ну, рамка, за которую нельзя выходить, то там абсолютно любые темы, и иногда это очень жестко для нашего менталитета. Ну, может любой победить на самом деле. А слабо команд не осталось. Сезон начинали сколько? 40 команд или 30? С фестивалем Лиги Москвы и Подмосковья очень много. Да, и вот там 6 самых сильных команд сегодня собрались для того, чтобы определить чемпиона. Команда КВН сборная Великобритании к финалу усилилась и позвала на помощь самых маленьких артистов. Ребят, расскажите, пожалуйста, какой команде КВН помогает? Лондон. Что делаете? Какая у вас задача сегодня? У нас водить хоровод около елки. Почему решили помочь этой команде? Нас выбрали. Ну, потому что она нам показалась получше. Английский. Сами английский язык-то знаете? Да. Что-нибудь скажите на английском. What is your name? Hello, Kevin. Вот уже второй год подряд наша команда КВН «Чуваши Чигу» штурмует «Лампу». В прошлом году ребята дошли до финала, но победить не удалось. В этом сезоне «Чуваши» стали лучшими в полуфинале Центральной лиги. Получится ли на этот раз одержать победу? Кто знает. Мы точно сегодня победим, потому что за кулисами очень серьезный человек. И кто это? Да ладно. И что, ты думаешь, что он будет смеяться над нашими шутками? Ну сейчас пойду и расскажу ему их. Там что, реально Путин? Нет, блин, я звук включил и просто за кулисами стоял. Пойду домой в хорошем настроении. До свидания, Владимир Владимирович. В прошлом году не получилось выиграть, разозлились. Команды, когда вы никогда не проигрываете, всем командам хочу сказать, больше злитесь и... На себя. Даже если проигрываете, то не сдавайтесь. Так. Идите вперед. Мне кажется, мы сделали выводы, что четверо человек нас все-таки не хватало. Мы усилились и актерские, женские роли, и получается, и вокальные усилились, и поэтому стали смотреться более широко, наверное. Вот и отсюда все. И больше писать начали, больше встречаться. И еще рубашки не сами гладим. Да. Мне кажется, то, что нас московский зритель очень сильно полюбил. И с каждой игрой все больше и больше мы захватывали зал своей энергетикой. И мне кажется, чувашский зритель нас любит априори, а московский, казалось бы, это невозможно, а нет. Надо влюбить зрителя. Мы влюбили. Финальный генпрогон, последние штрихи макияжа, а тут сушка платьев и костюмов. У команд осталось совсем немного времени на подготовку. А тем временем в доме КВН уже начали собираться первые любители юмора. Кто у них в фаворитах? Давайте спросим. Приехали болеть за Чуваши, да. Как вы думаете, кто у них самый главный соперник? Все. Честно говоря, не знаем. Но достаточно сильные команды и более-менее опытные. Это команда сборной Великобритании, Лондона. Они до этого играли в международной лиге. И, наверное, имени меня тоже достаточно серьезный соперник. А так, все пока что игра. Скажите, пожалуйста, за кого сегодня пришли поболеть? За смешной юмор. Есть команда, которой отдаете предпочтение? У меня нет, ребята. Нет, надеюсь, что сегодня просто будет смешно, а не так, как в 1/8 премьер-лиге, где... Разве что чуть-чуточку больше буду переживать за имени меня. За Великобританию. Думаете, удастся команде победить? Надеемся. Конечно, надеемся, что он победит. Мы пришли поучиться, потому что нам это может пригодиться в будущем.
Буквально через пару часов мы узнаем имя чемпиона «Лампы». Именно он получит путевку в сезон телевизионной премьер-лиги. Откуда он будет? Чебоксары, Москва, Королев, Пермь или Лондон. Представители каждого из городов-участников рассчитывают услышать в качестве победителя именно свое имя. Ждать осталось совсем недолго, но пока мы начинаем. Подмосковья Международного союза КВН 2016 года. Этот кубок кому-то достанется через 2 часа. Здравствуйте, вы на КВН, друзья! Финал Лиги Москвы и Подмосковья этого года. За моей спиной 6 команд, которые сегодня разыграют этот главный трофей, которым они шли целый год. Поэтому, уважаемые болельщики, поддержите команды, и мы начинаем с КВН. Приветствие, разминка, музыкальное, домашнее задание. Финал Центральной лиги «Лампа» выглядит именно так. Стартуют команды, как обычно, с приветствия. Этот конкурс был и остается первым, и, пожалуй, главным практически в любой лиге и на любой игре. В конце вечера развозят гостей по домам. И последними в машине остается вот такая влюбленная парочка. О, мое небо, моя луна, о, мое солнце, моя весна. Тут налево. Все, приехали, выходите. Ну чё, к тебе или ко мне? Как смешно! Мам, пап, выходить мне ещё машину в гараж ставить! Нет никого интеллигентнее, чем твой друг, которого твоя мама пригласила пообедать. Всем приятного аппетита! Спасибо. Да, спасибо. Олеж, передай хлеб, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Спасибо. Вам спасибо. Ты чё, вообще, чёрт, чё за подстава? Я к тебе завтра вообще в галстуке приду. Да, спасибо. Мы пойдем покурим. Ты в натуре, чёрт! Спортсмены готовы положить в копилку медаль. Ну что, привет, Москва! Финалы! А, ребят, спасибо, все может идти. Спасибо, победитель. А, это же КВН. Случай в школе. Здравствуйте. А можно двух мальчиков покрепче? Почему бывшие спортсмены? Разве спортсмены бывают бывшими? Нет, спортсмены не бывают бывшими, так же, как и КВНщики, бывшими не бывают. Но это вот наше лицо, лицо нашей команды, такая вот концепция. Мы в какой-то момент вспомнили, что мы действительно все занимались спортом. В свое время у всех были успехи какие-то. Да и поняли, что все люди, наверное, занимались спортом. Поэтому всем близка тема, которую мы выносим на сцену. Вы спрашиваете у КВНщика, как в доме КВН звук?
Потрясающе! Ну, мы не выступаем. Ну, мы в сарае, конечно, обычно выступаем. Да нет, но здесь просто очень круто, действительно. Энергетика, атмосфера, все стены прямо вот передают атмосферу прекрасного КВН. Здесь как дома. Ну, мы, как обычно, всем людям намекнем и скажем прямо, что они все тоже бывшие спортсмены. И давайте-ка вы все-таки это, возьмите гантельку с балкона и поподнимайте с легка, а потом поржите над нашим выступлением. В новостях мы часто видим золотую молодежь, которая рассекает на дорогих автомобилях, оскорбляет полицейских и снимает все это на видео. Но мало кто знает, как они себя ведут вне камер. Это все! Мне хана, меня отец убьет! Я, главное, и не хотел этот гелик брать, но это собачка на бардачке! Езжай! Езжай! Телеканал Live News! Что здесь происходит? Камеру убрали! Вы хоть знаете, кто мой отец? Я сейчас отцу позвоню! Вы только отцу не звоните! Смотрите, что сделал ваш якут! Да ладно! Реально сам? А свитшоты вяжешь? Придурки, он украл костюм космонавта! Я хотел достать с неба звездочку для своей девушки. Слушай, если я тебя сейчас посажу, то считай, что ты мне звездочку достал. Вы вообще кто такой? Вообще-то я полицейский, охраняющий космическое оборудование. Космический мусор. Вторым испытанием для команд стала разминка. Именно здесь КВНщики могут проявить всю свою изобретательность и выбиться в лидеры. Ева Савушкин продукт. Со мной случился вот не дух. Чё ты врёшь, простокваша, ну ты жрёшь. Есть замечательная песня «Мальчик хочет в Тамбов», а куда хотят девочки? Девочки хотят чики-чики-та. К какому конкурсу больше всего готовились вот на финале? К разминке. Как к разминке можно подготовиться? Все время репетировать постоянно, не писать другие конкурсы на приветствие, ну, меньше сил тратить, готовиться к разминке, постоянно в нее играть. Ну и подставные вопросы, конечно. Как вообще проходит подготовка в доме КВН? Как вам все это здание? Как здесь условия? Все ли устраивает? Очень нравится, все замечательно, шикарно. Единственный минус, большой минус, это вот при входе коврик, когда от слякоти, он очень мокрый уже, и он вообще не впитывает, и ботиночки мокрыми остаются. Испачкались ботиночки-то? Да, испачкались, видите. Вон, разошлись до этого. Это тоже из-за этого, да. Надеюсь, верну деньги. Кто победит? Какая команда из участников? Победит самая смешная команда. Чувашия вперед! О-ле-ле! Музыкальное домашнее задание. Этот конкурс завершает финальную игру лиги. Его концепция в разных играх может видоизменяться, но главное в номере – музыка. И сегодня этот конкурс объединяет сразу три направления – музыкальный номер, видеоролик и песню. География школа тебе не изучается, ведь планета Земля. Отдельно стоит выделить группу поддержки чебоксарской команды. Чтобы вдохновить своих КВНщиков, болельщики не жалели ни голосов, ни ладошек. Наши чуваши! Наши чуваши! Как сегодня вас встречали болельщики? Это очень круто. Ураган. Слышали, ураган. Они все. Наши чуваши! Наши чуваши! Очень прикольно, за полчаса до выступления, до начала концерта уже... А мы были такие, мы уставшие были, все такие, да. За кулисами. И за кулисами стоим, думаю, вот наши чуваши... Подбодрились. Они сегодня громче всех были. Команды сделали все от себя зависящее, и теперь осталось лишь узнать результаты. Почему-то в Москве КВН любят больше, чем в других городах, потому что я много где сижу в жюри, но сегодня, наверное, самые громкие вот они здесь, где люди сидят. Из всех лиг, у которых мне повезло побывать, наверное, самое интересное начало вот именно здесь тоже, в Ламбе, я такого еще не видел, молодцы. А если говорить о каком-то своем предпочтении, то сегодня моя симпатия уходит в Чебоксары. Спасибо. Чемпионом
2016 года Лиги Москвы и Подмосковья. Первое место в финале занимает сборная города Чебоксары. Мы чемпионы лампы! Мы чемпионы! Что, ребят, какие планы на будущее? Дальше в Сочи, премьер-лига! Все вперед, все будет хорошо! Наша команда КВН «Чуваши» – чемпионы Центральной лиги Москвы и Подмосковья. Именно они попробуют свои силы в новом сезоне телевизионной премьер-лиги. Ну что ж, мы пожелаем ребятам удачи, я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши».